Однажды в жизни каждого человека появляется своя личная невыплаканная боль. Однажды она появилась и у меня. Сначала ты плачешь громко, потом тише, потом вообще в подушку. Но от этого боль не становится меньше, оно все равно болит. Сначала ты хочешь с кем-то делиться, думаешь, станет легче. И пробуешь сказать об этом одному, другому, третьему, кому-то из близких. Но тебя либо не слышат, либо не понимают, либо ты сам прекрасно понимаешь, что сегодня услышали и вроде бы поняли, а завтра забудут. А тебе с этой болью жить до конца жизни. Сначала ты немножко злишься на эту жизнь и думаешь, ну почему ты, почему это у тебя болит? Но однажды приходит понимание, что такая личная невыплаканная боль есть абсолютно у каждого человека. И абсолютно каждый живет с этим своим адом и думает точно так же, как и ты, почему он и почему у него болит. И когда приходит это осознание, начинаешь по-настоящему любить и жалеть людей.